Кусочек яркой бумаги, красивая салфетка, пустая стеклянная баночка. В этом деле все пригодится. И сразу не поймешь, кто с большим интересом мастерит замысловатую поделку – малыши или взрослые. Самый настоящий мастер-класс по декупажу организовали жители дома номер 15 по улице Интернациональной. С чем не справились сами, помог разобраться специалист. Суть в том, что, видите, краски хватает на очень много, ее не нужно делать жирной. Поэтому так вот размазывайте, и этой краски хватит на очень-очень много. Жильцов этого дома не напугать ни плохой погоды, ни осенней депрессии. Они вообще молодцы и большие затейники. То блинами накормят, то вокруг елки с хороводами пойдут, то придумают для подрастающей детворы новый дворовый праздник. Собственники идут домой с удовольствием, жильцы нашего дома, потому что они отдыхают не только у всех в квартирах, но и во дворе. Даже неусидчивые крохи не спешат оторваться от стола. В конце концов, на кону честь дома. Ни один автор не останется без внимания и имеет возможность незамедлительно стать участником выставки. Она круглогодично функционирует прямо в подъезде. И хочется, кроме этого дня, где когда был мастер-класс, сделать дома еще что-то. Жильцы поняли, лучший урок – личный пример. И там, где другие обычно бросают окурки и мусор, они организовали мини-библиотеку прямо между лестничных пролетов. Лишние книги, которые некуда поставить дома, найдутся у каждого. И читателей хватает, и фонды пополняются. Стараемся в стенгазетах, где вывешиваем свои результаты, мероприятия, фотографии. В таком месте и гости мобилизуются. Даже позавидуешь двору, где соседи знают друг друга, с удовольствием общаются, а если соревнуются, то на очередном мастер-классе.